Все время обманывать себя, идти на сделку с совестью, придерживаться двойных стандартов. Вам хотелось бы так жить? Сложно представить, насколько неприятна и сложна такая жизнь, как это выматывает. Согласны? Знаю, вы сейчас подумали, что я говорю о ком-то другом, но точно не о вас у вас-то все в порядке? К сожалению, большинство из нас даже не замечает того, насколько крепко въелись негативные установки в наше сознание и как сильно они влияют на нашу жизнь. В результате мы все хотим быть богатыми и счастливыми. Мы стремимся к успеху. Мы можем говорить и даже думать, что хотим много зарабатывать, что нам нравится роскошный стиль жизни, но это всего лишь рябь на поверхности воды. Она практически не затрагивает настоящие глубинные убеждения. Это то, что на самом деле мы думаем, как мы относимся к богатству, к деньгам, к процветанию. Часто это совсем другие мысли. Они полны негатива, злобы и зависти. В этих мыслях все, что связано с богатством и деньгами, считается плохим. Многие из этих установок мы слышали в детстве. Дальше они подкреплялись словами людей из нашего окружения. Эти слова вроде бы пролетели мимо ушей, но на самом деле они остались в нашем подсознании и теперь влияют на наше истинное отношение к богатству и богатым людям. Получается, что с одной стороны мы хотим много зарабатывать, мы говорим об этом себе и другим, а с другой стороны считаем деньги чем-то плохим. И эти мысли тихо на шептываются нам нашим подсознанием в результате мы сами себя терзаем с одной стороны мы хотим иметь много денег а с другой запрещаем себе это мы даже можем сами себе мешать вдруг заболеть перед важной встречей или опоздать хотя были очень пунктуальным человеком что-то забыть, хотя все прекрасно знали. Вести себя глупо, а потом не понимать, как же так получилось. Можем принимать необдуманные на первый взгляд решения. Но если посмотреть внимательно, то эти решения полностью соответствуют нашим глубинным установкам. Мы постоянно незаметно боремся сами с собой. Борьба с борьбой борьбуются, полностью истощая свои силы. Как же быть в этой ситуации? Неужели ее нельзя исправить? Можно и даже нужно, иначе такой внутренний конфликт продолжит отнимать у вас все силы и в итоге вы не достигнете ничего, кроме разочарования. Во-первых, нужно очень внимательно за собой понаблюдать. Честно отмечайте все мысли и эмоции, которые вызывают у вас деньги, богатство, успешные люди и дорогие вещи. Вроде бы да, я позитивен. Я хочу много денег. Но увидев что-то, что понравилось, но стоит больших, по вашему мнению, денег, в голове проскакивает неуловимая мысль дороговато, для меня это слишком. Или увидев в новостях, что кто-то стал богаче, купил себе особняк или яхту, тут же говоришь себе, что богатство это зло, и только плохие люди могут иметь столько денег. Отслеживайте все эти мысли и эмоции, не нужно с ними бороться или спорить. Известно, что подсознание все равно сильнее. Оно консервативно, его трудно переубедить. Если оно так решило, значит, по его мнению, так и есть. Спорить с ним бесполезно. Нет, вы просто понаблюдаете и честно себе признаетесь, что у вас есть такие установки, это нормально. А после этого начинается самое интересное. Вот теперь пора разобраться, почему ваше подсознание так решило и дать ему новую информацию. Что на самом деле вас тревожит? Вы не хотите быть плохим? Отчего вы решили, что все богатые люди поголовно подлецы? Вы знаете их лично? Кто-то вам сказал. А этот кто-то с ними знаком? Это установка полный вымысел, в который вы поверили лишь потому, что не имели собственного опыта в этом вопросе. И человек, от которого вы это услышали, был тогда для вас авторитетом. В детстве мы все верим в Деда Мороза. Но вырастая понимаем, что это выдумка, мы можем воспринимать окружающую реальность адекватно. Мы можем сами делать выводы и оценивать ситуации. Мы можем отбросить чужие мнения. Да, это требует усилий. Разбирайте каждую ситуацию, каждую мысль, каждую эмоцию. Не закрывайтесь от нее, не отмахивайтесь, не старайтесь загнать ее еще глубже. Ваше мышление, ваш ясный разум поможет вашему подсознанию поднять на поверхность старые установки, которые оно прячет в темных углах и освободиться от них. И после этого принять новые установки, которые направлены на позитив, успех, и богатство. И теперь они уже будут вашими. Они будут отображать то, что хотите именно вы. Они будут помогать вам активно двигаться вперед, легко достигать своих целей и жить яркой жизнью, в которой есть место вашему успеху и богатству.